Привет! Мы на канале Супер Алекс! Привет! У нас сегодня супер-мега-чалендж. Будем разыгрывать деньги. У нас будут загадки. Надо будет угадать загадку. Кто угадает загадку, тот и забирает выигрыш. Но тут тебе могут попасться минус 50%. Которые все... Или минус 10%. Не, 10 евриков. 10 евриков. Если тебе должно дать половину своих денег, которые ты выиграл. И потом все деньги, которые выиграет Алекс, в следующем видео мы будем по нему в магазин и будем покупать подарки для наших подписчиков, для розыгрыша. А те деньги, которые я выиграю, я куплю для девочек подарок, а те деньги, которые выиграешь ты, купишь для мальчика подарок. Хорошо. Так что, поехали. Тут у нас куча загадок, без ответов. Ответы только знает мама, так что будем. Кто первый крутит? На камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Крути. Вот ваш выигрыш, конечно. Еще не выигрыш. Так, первая загадка. Кто не намочит волосы под дождем? Тарас! Он же лысый! Тарас, привет! Ваш еврик! Спасибо! Теперь включу я. Минус 50! А денег нету, нету! Еврик! Как поймать тигра в клетку? Наверное, кину туда мясо в клетку, да? Нет! Тигр в полоску! Тигров не бывает в клетку! Надо какую-то сложную загадку. Сложную загадку. Тебе загадать, что ты ее не угадал. Хочу выиграть 100 евриков. Мальчик, что ли, куплю? Или лучше подписчиком? Да, подписчиком. У нас такому 100 евро. Кто же выиграет? Загадка. Может ли страус назвать себя птицей? Где птица, птица? Нет, потому что он не умеет разговаривать. Не один? Хре. Я ж 102 монеты. А у меня еще денег нет. Вообще. Крути. Минус 50%, все равно денег нет. Я... 5 евро. На сложную загадку. Давай. На кону 5 евро. Что ты никогда не сможешь съесть на завтрак? Ужин. Я сейчас думал слона, короче. Я бы его тоже не съел. 5 евро, мать. Да? Я сильно хочу. Опять. Папа. Нет! Я сотенький только. А, минус 10 евро. Я думал, минус 50. Ладно, ты мне должен 10 евро. Вот тебе 10 евро, минус. Потом я вернешь 10 евро с тебя. Договорились. Я кручу. О, плюс 10 евро. От Алекса опять? Ты мне должен 10 евро. Реально! Ты уже мне нужен 20. Папа, поигрывать этими штучками. Все, моя очередь крутить. Да! Я тебе их отдаю. Что настолько же огромное, как слон, но ничего не весит? Загадки с подвоком. Думай хорошо. Интересно, кто? Больше слона и меньше весит. Да, что такое животное? Огромное, как слон. И ничего не весит.
писать. Ну, зато не мне надо угадывать, а тебе. Сдаешься? Нет. Поэтому 20 евро. Время идет. 5, 4, 3, 2, 1. Где мое стекло? Там что такое? Ответ нам. Тень слона. Тень слона. Реально! Это супер сложно. Вот это очень сложно. На кону у нас 10 евро. Ту-дин. Читай зад. Каких камней нет в море? Почечных. Не знаю. Почечных. Сухих камней там нет. А если найду? Один еврик твой. Еще не мой. Еврик. Хочешь выиграть? Да. Угадай загадку. Какое слово в словаре написано неправильно? Ну давай, это школьный вопрос. Ну какое слово в словаре написано неправильно? Сдаешься? Нет. 5, 4, 3, 2, 1. Не знаю. Еврик мой. В словаре слово неправильно пишется. Неправильно. Реально? На что больше всего похожа половинка яблока? Ну это легко, сырье мои. Другая половинка яблока. Правильно. Минус 50%. Такая вот тут такая некрасивая бумажка. Крутите. Да! Ай! Я про! И у нас на кону 1 еврик и одна загадка. Загадка у нас. Попросила мама Юлю налить ей чайку. Чайку. Куда? Вы? Правильно? Ой, какая сложная загадка была вообще. И у меня сейчас на кону есть, что у меня есть? 50 плюс? 50% плюс, это то есть у меня даже еще 50%, да? Загадывай, Алекс, мне загадку. Маленький серенький на слона похожий. Один. Серенький на слона похож. Мышка? Нет. Крыска? Время вышло. Это слоненок. Понятно. Дай тебе эту бумажечку. В конце сделаем подсчеты. И посчитаем, кто кому сколько должен денег. Как я выиграл 50%, как я проиграл 50%, в итоге мой. Так, последний еврик кручу я, значит он мой. Выбирай задатки мне. Воробей может съесть горсточку зерна,
а лошадь не может. Почему? Лошади едят зерна? Да? Да. Наверное, я не знаю. Нет, лошади не едят зерна, наверное. Правильный ответ? Ваш ответ. Лошади не едят зернышко. Итак, внимание. Ответ неправильный. Ответ: воробей слишком маленький, чтобы съесть лошадь. У меня есть 75-76 евро. Ты мне должен 10 евро? Да. Еще мне должен 10 евро в магазине дашь. У меня есть 85, у меня будет 95 евро. И у тебя 93. Почти поровну. Я победил. Не пропустите следующее видео. Мы пойдем в магазин и купим подарки для наших подписчиков. На все эти деньги. Все. Эти для девочек подарок будет. А эти для мальчиков. Подпишись на канал и поставь колокольчик. И не пропусти следующее видео. А теперь розыгрыш от Porsche. Подарочек от Porsche. Там внутри сидит маленький Тайкан. Спасибо всем за участие в розыгрыше, за ваши комментарии. Давайте узнаем.